Привет! Как дела? Меня зовут Алсу, а тебя как зовут? Буквально через неделю Камиле исполнится 3 года, и, по идее, она уже должна ходить в детский сад. Но из-за болезни, обнаруженной недавно, планы семьи Юнусовых резко изменились. Впереди обследование и долгое лечение. У девочки доброкачественная опухоль глазного нерва. Нужна срочная поездка в Москву. Мы уже рассказывали историю Камилы. Тогда на призыв о помощи откликнулись нижнекамцы. Альбина, у нас в телекомпании по адресу Химиков 64А установлен специальный куб по сбору средств для Камилы. Вот нижнекамцы уже принесли небольшую сумму, более 10 тысяч рублей. Вот мы передаем эти деньги сегодня вам во благо Камилы, да, чтобы эти деньги пошли на лечение, реабилитацию девочки. Но этого явно недостаточно. Мама девочки Альбины сама на инвалидности, и сейчас семья живет на одну пенсию. Супруг ушел, когда Альбина была беременна. Сейчас женщина еле-еле сводит концы с концами. 13 сентября мама с дочкой уезжает в Москву. Там, в клинике, девочку ждет обследование и курс химиотерапии. Пока трудно сказать, сколько это будет стоить. У нас доброкачественная. Надеемся на лучшее, может, вылечат. Кто сможет, поможет. Спасибо вам большое, люди добрые. Если вы можете и хотите помочь Камиле жить полноценной жизнью, деньги можно отправлять на банковский счет. Реквизит есть на нашем сайте ntrtv.ru. Также куб по сбору средств установлен в фойе нашей телекомпании по адресу Химиков 64А. Алсу Юматова, Максим Липин, новости НТР.